Так, для танкистов сразу сообщаю, для танкистов в комментариях. Это мой канал. Я комментирую просто. Это моя реакция. Ну вот нравится нам сидеть и обсуждать. Спасибо за понимание. Рідко зустрічаються нормальні люди, якщо чесно. Ну, встречаются. Иногда везет, вы знаете. Вот это блогер. Можно много встретить за один день. А иногда как бы вот одни какие-то эти дегенераты. Когда как? Когда как? У вас тоже тогда? Откуда? Я с Калининграда, Владимир. Калининград? Это Кёнигсберг бывший? Бывший, да. Когда-то давно. Историю учили, да? Хорошо. Помните? Не, слышала просто. Вы в советской, в советской школе, да, учились еще? Нет. А, нет? А у вас преподавали... Слышала, я общалась здесь с молодым человеком, он рассказывал мне. А, рассказывал. Ну вот хорошо. Mm-hmm. Хорошо, исторически тоже надо помнить эти моменты. История вообще важная вещь. Как вы считаете, если Кёнигсберг станет Кёнигсбергом обратно и пересоединится к какой-то европейской стране, будет лучше для людей? Для кого? Для кёнигсбергцев? Да, для жителей Кёнигсберга. Вряд ли. А у них же сразу газ будет дорогой, вы что не понимаете, зачем? Зато у них будет свобода слова. Ой, ты украинская блогерша. Свобода слова. А что у тебя свобода слова какая? Можешь Зеленского нахуй послать? Свобода слова какая. Хорошая работа, хорошо оплачиваемая. Стабильность во всем. Их не будут отправлять на войну, как пушечное мясо. А, это вы сейчас про Украину рассказываете? Да, на войну отправлять сейчас, конечно, как лям уже отправили на войну. Подождите, стабильность. Стабильность это то, что вчера по евро... Стабильность это то, что на пенсию ты выйдешь, и ты будешь знать, что ты будешь обеспечен 100%. На Украине пенсионеры, наверное, живут во, вот так. Вот так вот. Может, Кёнигсберг к Украине присоединить? Я думаю, кёнигсбергцы проголосуют. Единогласно. Что скажете? Пошла нахуй. Все, единогласно. И не будешь скитаться, блядь, по мусоркам. А вы уверены, что как бы сейчас вот так вот думают европейцы? Ну, про стабильность. Европейцы сейчас так не думают? Европейцы все вместе друг друга поддержат, несмотря ни на что. Мы увидели уже там по ценам, по всему этому, по газку, там нормально у них единство. Подорожало, не подорожало, то что там Россия угрожает газом. Это как сказала... Россия угрожает газом. Ща как дам газку понюхать. А ну-ка, цыц всем, ща газ как дам нюхать. Это как сказала это ваша... Это уже никого не пугает. Вы перебиваете меня? Если бы европейцы этого боялись, они бы давным-давно вышли и рассказывали. Рассказывали. Ну вот они рассказывали. Они не россияне. Вы... Они не россияне. Ой, ой, на улице ой, ой. Не ой, а вы сможете немножко, как бы, ну, диалог, чтобы у нас был? Как сказать? Ебало завалить можешь чуть-чуть? Немножечко. Прищеми это. Прищепку. Сосредоточиться. Да, пожалуйста, вас, говорите. Просто мне кажется, у вас какое-то нервное состояние. Да, говорите, я вас слушаю, пожалуйста. Вот ваша вот эта вот президентша, как ее? Елена, да, по-моему, президентша у вас? У нас нет президентши. Ну, Зеленская вот эта. В Британию ездила там. Недавно смотрел я интервью. Жена президента? Первая леди? Леди, да, она леди? Ага. Ну так вот, она ездила, значит, и там... Леди Гага. А у нас президентша Леди Гага. Британцы ей задавали вопросы, сколько мы будем тут это самое платить и все такое за, ну, за это все безобразие. Она сказала им, что вы свои копейки считаете? Мы тут, понимаешь, за вас тут... Ну. Вы считаете деньги, а мы считаем умерших детей. Вот, а почему вы думаете... Правильно она все сказала. Не, она, конечно. Потому что если Россия захватит Украину, она пойдет дальше. Точно знает губастенькая, точничком. У нее там разведка сидит под диваном. Только что парни приползли, пацаны... Пацаны, что там это? Россия что будет делать? После Украины куда пойдет? Куда? В какой Китай? Ты долбоеб, что ли? Он с другой стороны. В Польшу? А, во, в Польшу, правильно. А потом куда? В Латвию, так. Потом куда? Потом куда? Какой Афганистан, блядь? Ты дурак, это в другой стороне. Во, в Германию, во. Вы слышите, куда? Вы слышите? В Германию потом пойдут, конечно. У меня вон, блядь, источник из разведки Ми-17 плюс 7, минус 6 умножить на 2, разделить на 6. Да, но это секретный просто. Куда? По-любому, не остановится. Гитлер не остановился, и этот не остановится. Куда? Гитлера остановили, в курсе, причем мы.
В курсе, мать, улыбастая, в курсе, что Гитлер остановился. Мы его остановили, и потом он обратно пошел. И потом это ушел. Пойдет дальше. Куда? На Европу, на Польшу, наверное. Не, она же британцам это говорила. А, она британцам это говорила. Угу. Все, после Украины, значит, в Британию. Сразу. Вот они все доходят до края Украины, такие, дошли, все. Че, дальше в Британию? Пошли. А, блядь, это ж остров, сука. А как туда идти? Слышь, это, поляки, мы пройдем через вас, ну, аккуратно, мы протиснемся так, по одному, чисто, бочком, ладно, ебанем, там, кто там еще, спросим, мы тихонечко пройдем и до Великобритании, ладно, ну, пожалуйста, мы вас не трогаем, мы чисто туда, ага, спасибо. Ну, они вот, они такие британцы вот. Британцы выполняют сейчас Будапештский меморандум. Плачущие, постоянно жалуются. Будапештский меморандум, знаете, да, пообещали не нарушать. А вы нос почесали, нос почесали. Значит, пиздишь. Обманываете, что ли? Обманываем, да. Чтобы а что, где? Где там что написано? Обманываем. Вы читали меморандум сами, нет? Да, как-то приходилось. Давно. И что там написано? Что там написано? Да, что написано? Я читала, но давно. Ну, когда в школу ходила, в первый класс, мне было 2 года, я тогда читала. Сейчас уже забыла, ну, давно было дело, но я точно помню, что Россия виновата, там было написано. Ну, что Россия будет виновата и не выполняет какой-то там пункт. Ну, один из, там, нескольких, какой-то один, не выполняет, не будет. Что Россия обязуется, гарантирует целостность и суверенитет Украины. Россия, да? Да. Обязуется. Да, Россия, Германия, Россия, Британия и Америка. А можете почитать сейчас текст меморандума? Не, сейчас не могу, сейчас телефон занят. А, понятно. Сейчас мозг занят. Я в рулетке сижу, все, мозг, 2 мозга. У меня нет, 1 мозг у меня. Он только смотреть может и разговаривать, читать не могу. Нет. Ну, хорошо. Угу. И что? Россия, получается... Пойдет дальше. Россия дальше пойдет. Россия у Путина, он спит и видит, как после Украины пойти на Британию, пойти всех завоевать, чтобы везде сделать Советский Союз. Везде. Чтобы весь мир был Советский Союз. Ленина откопаем, оживим, живой водой польем. Думаете, что разработки какие сейчас идут? Живую воду изобретают, Ленина польют живой водой, Ленин встанет, Путин скажет: «Здравствуй, папа!» Обнимет его, и все, и они будут вместе править великой страной СССР. В ней будут 192 республики. Что, скажи, еще не так? Не поддержала, по-вашему? Нарушил меморандум. Так, так, и что? Это как нарушение договора, правильно, по-вашему? Конечно. И... Россия аннексировала Крым, тем самым Будапештский меморандум нарушил. И что последовало? Россия же признала, что Крым украинский. И Путин заявлял... незадолго до Крыма, что у него нет претензий. И что произошло? Россия не претендует ни на что. И... А потом Россия аннексовала Крым. Шо, и? А потом. Ну вот Британия же еще гарантом была. И США, да, вы конечно, сказали? Конечно. Я пытаюсь вашу логику просто понять. Да. И что они сделали? В 14 году? Да нет, по поводу меморандума. Они же вместе подписывали. Да, вместе. И что они сказали? И сейчас Британия выполняет гарантии. Гарантия? Да. Гарантия. Что она делает? Как она выполняет? Поддерживает Украину. Охуенные гарантии. Мы вам гарантируем, пацаны, гарантируем. Вот что есть у вас, так останется. А, Россия кусок анорексировала. Ну, пацаны, поддержка вам от нас и как бы это самое пожелание всех благ. Держитесь там, мы за вас. Нормальная гарантия, заебись. Все, нормально. Если что, спросите, мы за вас. Поддерживает Украину. Да, в этой войне. Именно поэтому Зеленская поехала их ставить на место. Они же давали гарантии. Зеленская никого не поехала ставить на место. Зеленская поехала... Они возмущаются по поводу копеек. Кто возмущается? Покажите мне, кто возмущается. Копейки считают свои. Ну, вот эти рядовые. Вы можете мне показать людей из Британии, которые возмущаются? Ну, вот, которые Зеленской писали там. Вы можете мне показать заявление людей из Британии, которые возмущаются? Ну, вопрос... Где там, вы же... А вы можете показать, где аннексия была Крыма? Можете показать? А мы можем... Что ты визжишь, дура, успокойся. Значит, вы можете показать мне? Задали вопрос, я вам отвечаю. Вы мне сказали, что люди возмущаются. Да. А я вас прошу, покажите мне, где написано, рассказано. На как она? Может, люди обращались по видео, говорили. Давайте, покажите, я жду. Ну, давайте попробуем логику включить. Не, логику мне не надо, вы сказали.
логику мне не надо. Давайте без логики. Логика вообще на Украине не очень популярный предмет, как бы не у каждого в семье присутствует, вот, не у всех как бы, поэтому давайте логику не надо. Это не наш метод. Что британцы с вашей стороны, с вашей. Еще раз, вы не заговаривайте мне. Я вам объясняю. Что британцы возмущаются по поводу высказывания Елены Зеленской. Я вас прошу, покажите мне, пожалуйста, высказывание британцев. Покажите. Так вот, возвращаемся к интервью, чтобы... Не, не будете показывать. Нету такого. А я вам показываю? Не надо, британцы не возмущаются, британцы поддерживают Украину. А кто тогда задал ей вопрос этот? А кто тогда задал вопрос? Этот... Путин? Да кто угодно может задавать вопрос, человек ответил так, как считает нужным. Не, вопрос-то сам кто придумал? Этот ответ, вы считаете деньги, а мы считаем умерших детей, это абсолютно нормальный ответ. А кто она считает деньги? Ответить? Откуда она знает, что они считают деньги? Я вас прошу, покажи. Она ответила просто так, без вопроса. Она вообще на шару пизданула. Она просто, никто вопрос не задавал, никто. Она просто сказала, а этого нет. Она просто ответила на несуществующий вопрос. Никто не задавал, никто не возмущается. Она просто от балды. Она просто, как это называется? Хворолюдина она, понимаешь? Она просто случайно. Она пошутила. Она шутник. Она КВНщица. У нее муж КВНщик, клоун. Поэтому она шутит везде. Ездит. Она пошутила. И все. Чего вы не поржали? Я ржала, сидела. 7.5 минут. Чуть даже больше. Покажите мне сейчас. Сейчас показать людей. Вам. Ну... А покажи сейчас. Не, его забанят, если он сейчас покажет. Не, нельзя показывать. Вы интервью людей, посмотрите. Которые... Вот у нее кто-то спросил. У нее кто-то спросил. Журналист. Вы это видео видели. Покажите мне. А вы видели? Покажите мне реакцию человека, который услышал этот ответ от Елены Зеленской. Ну, интервью. Либо людей, которые вышли на улицу и интервью. Начали высказывать. Ну, вы не тарахтите. Анка пулеметчица. 50 тысяч слов в секунду. Вы не тарахтите, это не поможет. Не забалтывайте. Вы видели интервью? Нет у тебя что показать мне. Если у тебя нет, вам показать нету чего. Если он покажет, его забанят. Хорош попрошайничать, заколебало. Иди погугли, там покажут. Ага. Не надо говорить глупости. Не надо говорить, да. Смеяться тоже не надо. Границы Почему? Закрыты для россиян. Бежать уже некуда. Будете сидеть. Будете. Это она россиянам говорит, что бежать некуда. У вас с Украины людей не выпускают мужского пола. Сколько месяцев уже? 8. Кому бежать некуда? Сидеть ждать своего пакета. Я вас этим поздравляю. А вы, кстати, подготовили? Унитазы. Для тебя, да. Нам нужно... собираю, кстати. 300 тысяч пакетов собираю. Люди, донайте, будь ласка, на пакеты для Рафи. Унитазы нужно собрать. Соберите 300 тысяч унитазов. 300 тысяч пакетов. А мы, помните, мы видели, где эти пакеты используются? В Николаеве там. Загружают. Пакеты, на которые она насобирала, загружают ВСУшников. Молодец, мать, хорошо насобирала. Да. Новые стримеры какие-то. Да, губошлепка. Назовем ее так. Какой-то пипец. Я видел ее, она там... Аджи нам встречается с вами. Новые блогерши.